Внимание на экраны. Почему я говорю сейчас именно так? Потому что это специальное предложение. Посмотрите, друзья, у вас есть возможность заказать невероятные, потрясающие брюки. Мы еще расскажем о них более подробно. Здесь есть много секретов за цену только сегодня. 1199 рублей. Ну, Светлана сказала, что это вроде базовая модель. Слушай, ну такой яркой базовой модели я давно не встречала. Ты знаешь, Надя, то, что у нас наступают прохладные дни, не повод отказаться от нежных ярких красок. Брюки нежные ассорти сегодня представлены в двух вариантах. Укороченная модель на Марине. Обратите внимание, что это оттенок какао. Итак, брюки нежные ассорти на Анастасии. Это длинная модель. Мне очень нравится, что Настя выбрала для себя офисный стиль. Стиль и блуза Мерси. Обратите внимание на то, что брюки сегодня завершают образ женщины. А вообще-то, знаете, вот вообще мастерство в деталях, да, стиль всегда в деталях. И я так рада, что наша модница имеет возможность приобрести и укороченный вариант, такой модный сейчас и стильный, и классический. Брюки нежное ассорти. 1199 рублей. По цене маечки, по цене нижнего белья целые настоящие брюки. Ну что ж, давайте с цветами познакомимся. Укороченный вариант. Вообще брюки представлены у нас в 10 расцветках. Еще раз посмотрим на то, что брюки есть длиной 7/8. И есть длинные брюки. Первый цвет, который вы видели на Марине, это какао. Сейчас оттенок василек. Еще раз обратите внимание на то, что у нас брюки украшены манжетой. Следующий цвет у нас бордо. Мне очень нравится, Надя, что ягодная тематика у нас продолжает радовать глаз женщины. Цвет какао, выбор Марины. Итак, оттенок какао и темно-синий цвет. Это были расцветки укороченной модели 7/8. Идем дальше. Вот, укороченная модель, вниманию девушек и женщин небольшого роста, потому что укороченная модель для вас очень подойдет. Вам не нужно будет обрезать брюки лишний раз. Но если вы высокая статная девушка, то это очень модно сейчас. 1199 рублей. И далее мы идем уже стопроцентной длиной, да? Да, я тоже выбрала для себя брюки нежные ассорти темно-синего цвета. Ты знаешь, Надя, мне очень понравилась длина. Брюки можно сочетать и переходить плавно из лета в осень. Какие сегодня брюки покупают женщины? Конечно же, такие брюки, которые стройнят силуэт и подтягивают формы. Очень важно, друзья мои, чтобы брюки идеально на вас сели. И мне нравится, что у этих брюк классический крой. Мы можем носить их с лодочками, мы можем носить их с любой удобной обувью, а самое главное, в этих брюках я постройнела. Как правильно выбрать размер, я расскажу чуть позже, а сейчас расцветки. Итак, бирюзовый цвет. Темно-синий на Светлане, выбор стилиста, это на каждый день и легко составить любой комплект. А сейчас яркие модели, давайте еще раз. Значит, это бирюза, да? Бирюзовый цвет, коралловый цвет сейчас на экране. Красота. Ты знаешь, Надя, мне очень нравится, что наши брюки также имеют и красивое оформление, и яркий васильковый цвет, но у нас есть еще один цвет. Базовый черный. Обратите внимание на то, что радуга из ярких и классических цветов будет, конечно же, вас украшать, ну и стройнить. Обращай внимание сейчас на то, что это текстильное полотно, плотное, с лайкрой и эластаном внутри. И благодаря этому брюки нежные сорти будут вас стройнить. А вот по размерам, Надя, я бы хотела, чтобы наши женщины сейчас измерили обхват бедер. Итак, если обхват бедер составляет 100 сантиметров, это размер 48. Если обхват бедер 104-105, это размер 50. Если обхват бедер 107-108, это размер уже 52. Если обхват бедер составляет 112-114 сантиметров, это 54-56 размеры. Поэтому, друзья мои, брюки нежные ассорти. Лучше выбирать на размер больше для женщин, у кого широкие бедра. Я выбрала брюки на размер больше. И учитывая то, что эта ткань с лайкрой, они меня стройнят. Еще раз обратите внимание на брюки, на их посадку. И, кстати, Надя, каждая женщина чувствует себя постройневшей еще из-за зоны пояса. Да, мы сейчас, секундочку, у нас как горячий пирожок подоспел еще один цвет. Это цвет бордо, максимальной длины. Посмотрите, это тоже выбор, как у Светланы. Она девушка высокая, поэтому она выбирает полноценную длину. Так вот, вы можете выбрать вот этот еще новый бордовый цвет. Он тоже у нас
появился в эфире, и можно его заказать прямо сейчас. Что нужно сделать для того, чтобы заказать? Воспользуйтесь, это горячее предложение. Оно будет действовать только сегодня, и пока есть наличие все цвета брюк. 1199 рублей. Вот в чем дело. Поэтому, пожалуйста, поторопитесь. Ну, а теперь скажи нам, пожалуйста, какие здесь нюансы? Я бы хотела, чтобы вы обратили внимание на наших моделей. Давайте Марина нам покажет сейчас посадку. Марин, подними, пожалуйста, блузочку. Итак, обращай внимание на то, что брюки нежные ассорти у Марины размер 50-52. Брюки нежные ассорти Марину выбрала тоже 54 размера. Поэтому обратите внимание на то, что брючки облегают формы Марины, никоим образом не впиваясь в зону бедра и боковые зоны. Широкая эластичная лента подтягивает ваши зоны живота, ягодицы. И это та самая модель, которая будет корректировать вашу фигуру. А то, что здесь у нас собрались классические яркие цвета, это еще раз повод продемонстрировать свой яркий образ даже в прохладное время. Я хочу еще раз проакцентировать. У брюк разная длина. Есть укороченный вариант, а есть полноценный, стопроцентный. Вы заказывайте для себя либо укороченную модель, если планируете носить ее таким образом, как Марина, либо, знаете, я знаю много женщин, которые невысокого роста, они постоянно брюки подрезают после покупки. Так вот, именно для вас были предусмотрены вот такая модификация, укороченный вариант брюк. Заказывайте нежное ассорти 1199 рублей. Вот такие вот условия. Давайте еще раз напомним цвета, потому что это очень важно. Итак, укороченная модель на Марине, на Анастасии длинные брюки классического кроя. В этих брюках мы можем с вами ходить в повседневной жизни. Ну а правильно выбирая зону верха, можем отправиться на день рождения. Тем более сегодня наши женщины выбирают стильные брючные нарядные ансамбли.